прошу, не надо. Ты не хочешь с нами поиграть? Ха-ха-ха, какая скромняшка. Постойте, вы куда? Только не это. Умоляю! Помощь, кто-нибудь! За что мне это? Ты? Я не позволю вам здесь бесчинствовать. О, прошу, только не бей. Немедленно отпустите ее. О, нет. Что ты наделал? Ну, берегись. Сам берегись. Могу отправить тебя за ней в нокаут. Не бойся, подмога уже рядом. Стоять! Что? Ты спас меня? Ты мой герой? Не стоит благодарностей. Это моя работа. О, спасибо. Ты летишь со мной. О, серьезно? Давай. Трум-трик. Тут так здорово. Позаботься о ней. Так точно. Будет сделано. Ну что же, так ты хочешь стать героем? Я Капитан Америка. Ну что, выбирай, кем ты хочешь стать? Я бы очень хотела стать, как она, русалкой. Не вопрос. Возьми вот это. Рация-ракушка. О, здорово. Я бы уже до Гонконга добежал. Где она? О, да. Мне немного неловко в таком наряде. Просто отлично! А теперь вернемся к тренировке. Трум-трик! Ого, сколько энергии! Я могу бегать вечно! Чего тормозим? Ух, она быстрая! О, нет! Чуть не забыла. И вот так. Трум-трик! Ауч, за что? Ну, как тебе? Отлично! За тобой не угнаться! Ты будешь чудесным пополнением в команде! Спасибо! Что теперь? Мэйк? Отлично! Всегда о нем мечтала! И куда теперь? Ой! О, аккуратнее! Вот растяпа! Ха, кажется, это здесь! О! А тренировка меня измотала! Будьте аккуратны, злодеи особо коварны и опасны! Поэтому сразу нападайте! Вот так! Ну и скука! О, вот и развлечение. Как насчет небольшого рестайлинга? Ого, да это будет шедевр. О, я ничего не пропустила. Будьте осторожны. Продолжим. Харли, твоих рук дело? Это ужасно. Эй, полегче. Ай, больно. Ах ты. О, нет, я влипла. Хочешь проблем, а? Девочки. Мы повторяем за вами. Мне нужна полная тишина. Да, Кэп, абсолютно. Давай продолжим. Бум. Ха-ха, ботанша. О, так намного лучше. Мне нравится. Что? Как тебе это удалось? А, книга про русалок? Вот откуда этот Мэйк. Жвачку! Ты же знаешь правила! Никакой жвачки на моих уроках! Вот же вредная! А ты, русалка! Отлично выглядишь! Можешь продолжать сбор костюма! Ура! Дальше диадема! Последуй за ней! Ну и где она? Вау! Как круто! Ого! А тебе идет! Это невероятно! Чувствую себя героем! Я тебе так благодарна! Постой, проверим твои силы! О, привет, красотки! О, я не справлюсь! Верь в себя! О, ладно, я покажу силу амазонок! Эй, свободен сегодня? О, нет! Мое сердце украдено! Постойте! Вы выйдете за меня? О, я сражен вашей красотой! Кто знал? Что дальше? Прости. Кажется, успела. Надеюсь, все пройдет как по маслу. А теперь тест для супергероев. Пора проверить ваши знания. Приступайте и не пытайтесь писать. Оу, посмотрим. Но это просто. Похоже, тест сдала только ты. А вот и награда. Супергеройские наручи специально для русалки. Кэп, вы лучший. Служите защищать. Точно. Что дальше? Компас показывает в эту сторону. И снова приветствую. Побереги голову. Впереди тебя ждут испытания. Ха. И хвост русалки будет твоей наградой. Теперь к заданию. Это полоса препятствий. На другом конце твой приз. Вау. Я заполучу его. Тогда вперед. Выглядит очень опасно. Хотелось бы добраться целый и невредимый. Ауч. Ха-ха. Это еще цветочки. Добавим ягодок. Бум. О, что это? Эй, мы так не договаривались. Слишком дымно. Выглядит слишком просто. Уровень сложности хардкор. Приготовься. Трум-трик. Ему не кажется, что это чересчур. А, Хаги, уходи. Дальше хуже. Ну уж нет. Хвост
будет моим. Я готова на все ради него. Давай проверим это. Тебе не запугать меня. А ты не промах. Отлично. Ты справилась. Молодец. Кто бы сомневался, хвост мой, верно, а? Конечно. А тебе идет. Еще бы. Мой образ завершен. Рано расслабляться! Вперед! Я продолжу! Цель — спасти ребенка из пожара! Думаешь, справишься, а? Сэр! Да, сэр! Я не сомневался в тебе! Приготовься к заданию! А чего? Ты знаешь, что делать! Мой малыш! Нет! А, бегу, бегу! Есть! Это было опасно! Вау, отличная реакция! Ты прошла тест! Ха, так держать! Здорово! Малышка, ты не пострадала! Эй, осторожнее! Эй, что тут происходит? Хватит хулиганить! Вы арестованы! Где я? Твой новый дом! Вы издеваетесь? Это же ужас! Придется привыкать! Может, у вас есть номер получше? О, посмотрим, что я смогу сделать. Окей. Так-то лучше. Лучше только это. Мне подходит. Тогда добро пожаловать. Это обязательно, но оформление мне нравится. Я рада. 1100, 200... Я не потерплю взяток в своем участке! Ты арестована! Даже не пробуй отсюда сбежать! Ты больше не коп! Приятного заключения! О, и это все? Я не выпущу человека! Только русалку зарубите себе на носу! Хорошо, босс, это будет непросто. Начну с макияжа. Он есть в списке. Тут должно что-то быть. О, хлеб. Он хоть свежий, а? Как оригинально. Теперь я точно справлюсь. Начну с ресниц. Что это такое? Ты притащила это с собой, а? Хлеб. Я конфискую его. Он замешан в деле о моем сэндвиче. О, так я тебе и поверила. О, сейчас все подровняем. Вау, получилось отлично. Пора испробовать летающую косметичку. Ко мне. О, и вы тут можете отдыхать. Отлично потрудились. Это вам чаевые. Какая русалка без чешуи? Мой трамплик-принтер это исправит. Не очень удобно, но результат того стоит. О, прелесть! А, можем вычеркивать мейкап из списка, а заодно и чешуйки. Топ! Мне тоже не нравится эта роба. Эй! Сыграем в кости, а? Давай попробуем. Надеюсь, мне повезет. Семь! Твоя очередь. Давай, клешня, не подведи. Трум-трик. Четыре. Ура, у меня больше. Не может быть. И что ты хочешь? Мне нужен топ. Я на шаг ближе к свободе. Какая безвкусица. Да у меня мелочи в кармане больше. О, вау, какой эксклюзив. То, что я искала. Золотая карта, ты мое спасение. Трум-трик. Пора на примерку. Жемчуг мне будет к лицу. Она может понадобиться для прически. Клеммы. Вот бы их достать. Ух ты. Думаю, мне это удастся. Идите ко мне. Отлично. Должно сработать. Теперь у меня есть собственная плойка. Накрутим локоны. Все получится. Вау, здорово! Можно забыть о походах в салон. Ха, прическа готова. А мне начинает здесь нравиться. Пора. Время, деньги и отличные бигуди. Почти все. Я выгляжу идеально.
Теперь ты никому не навредишь. Трум-трик. Тебе нравится моя заколка? На волосах будет смотреться еще лучше. Я просто неотразима. Эй, а что у нее за шум? Отлично. О, деньги так успокаивают. А что мне осталось? Точно, хвост. Проще простого. Трум-трик клиника. Я хочу себе хвост. Оу, это вы? Это ты звонила? Да. Коровий хвост или лошадиный? Нет, как у русалки. Плачу наличными. Ого! Это был сон? Вау, я именно такой хотела. Как круто. Спасибо вам. Это было оу. Упс, я не хотела. Ну вот и все. Долгожданная свобода. Офицер! Ух ты! Я все! А что это? Проход открыт! Наконец-то! Ты? Ну привет! Что она тебе? Костюм русалки! Не смеши меня! Погоди! Кажется, этого ребенка обижают! Мы обязаны вмешаться! Акула уже рядом! Прекратите! Это не смешно! Вот хохма будет! Такой она никогда в жизни не забудет! Отдайте! Смотри, она улетела! Воу! Где я? Знакомое место! Акула! Лишь бы не заметила! Малышка, как ты тут оказалась? Эй, что случилось? Тут акула. Оставь ее мне. Трум-трик. Ура! Теперь у меня есть питомец. Хочешь тоже попасть в семью? Тогда пошли за мной. О, с радостью. Добро пожаловать. Ты уже была в подводном царстве. Смотри, какие кораллы. Ой, ты покраснела. Помоги. Тут чем-то пахнет. Окта, это ты? Ну, не наговаривай. Я не могу дышать. Я поняла. Это от голода. Угощайся. Эй, ты чего? Трум-трик, у тебя не было жабр? О, с тобой все в порядке. Я так рада. Я дома. Что на ланч? Не поняла. А это кто? Так намного лучше. Ты согласна? Она хочет занять мое место. Тебе не повезло. Эй, привет. Это что, подводное течение? Ого! Погоди, не улетай! Что это было? Марлин, это твоя младшая сестра. Прояви уважение. Может, помиритесь, а? Да ни за что! Малышка теперь член нашей семьи. Хочешь ты этого или нет? Чего? Она ведь даже не русалка! Ты права. Я могу стать русалкой? Конечно, если соберешь все из списка. Почему она? Я этого не оставлю. О, мы на месте. Выбери себе что-нибудь. Отлично. Тут есть все, что нужно. Вам помочь? Может, увлажнитель для лица? А, вы русалка. Тогда минутку. Вау. Они в комплекте? Сколько тут всего интересного. Ничего себе. Эй, Кайли, помоги. Давайте. Меня кто-то звал? Вы слышали? Нет. Странно. Детка? Аучи! Ты же ничего не видишь. А вот и я. Ты же могла пораниться. Будь аккуратнее. На чем мы остановились? Заплетатель косичек. Наша новинка. Просто супер. Спасибо. Мне так нравится. Без вас мы бы не справились. Ну что вы. Вы могли бы украсить и меня, а? О, без проблем. Не двигайтесь, готово. Ого, просто шикарно. Ну что вы. Прошу, это ваше. Ого, какая щедрая скидка. Малышка, нам пора возвращаться. О нет, мое лицо. За что мне это? Что с тобой? Только посмотри, я принесла тебе очищающую маску для лица. Больше прыщи не будут тебя досаждать. Спасибо, мам. Она точно поможет. Не сомневайся, посмотри. Я призрак! Тише! Это же всего лишь маска! Я такой и останусь! Ладно, идем. Я знаю, кто нам поможет. Это снова мы! Сделайте что-то! Она вся в прыщах! Я так больше не могу! О! Подойдите ближе! Ну-ка! О, ну и хоррор! Закройте глаза! Невероятно! У вас вышло! О, детка, выглядишь безупречно!
Спасибо, мама, я знаю. Пока. Прекрасно. Добавим немного огонька. Посмотрим, как сестренке это понравится. Идут. Дорогая, это для нас? Ну, конечно, угощайтесь. Так мило. Спасибо. Отличная идея. Вот ты попалась. А можно мне синим дождиком? Ну, конечно, малышка. Мой любимый цвет. Что? Только не это. Попробуем. Не надо. Стой! Что же ты наделала? Прости, я все исправлю. Ну где же оно? Вот, одень пока это. Так ведь гораздо лучше. Мне тоже нравится. Фу, пронесло. Поддержишь? Конечно. О, как горячо. Малышка, что с тобой? Эй, тебе помочь? Вот, возьми воды. Спасибо, какое облегчение. Умница, ты спасла ее. А вот тут мы встретились. Эй, не хотите сыграть в игру? Эй, можно аккуратнее. Вы просто обязаны попробовать. А ты нас заинтриговала. Ничего себе приз. Русалий хвост? Мама, ты видела? Ну? Мы обязаны его выиграть. Ну ладно, хорошо. Yes. Я обязательно выиграю. Клево ты придумала. Малышка, что ты делаешь? Как странно. Эй, привет. Смотрите, что я нашла. Почему вы ее прятали? О нет, детка, это же пробка. Верни ее. Воу, держитесь. Нас скоро затянет туда. Держись, сестренка, поймала. Только не отпускай. Я уже рядом. Держись крепче. Нельзя расслабляться. Что же делать? Еще немного. Давай же, трезубец. Мне без тебя не справиться. Получилось. Малышка, не переживай. Я вытащу нас отсюда. Трум-трик. Воу, ну и ну. Детка, как ты? О, не переживайте за меня. Сестренка, у нас для тебя подарок. Вы не шутите, это же настоящий хвост. Я помогу. Трум. Апчи! Ой! Хи-хи. У нее теперь два хвоста. Прости, родная, я все исправлю. Трум-трум-трик. Теперь все на своих местах. Теперь я настоящая русалка. Уже почти. Так, а вот и оно. Я так давно ее искала. У меня идея. А? Трум-трик. Отлично. Вблизи она еще красивее. Ха, чужое брать нехорошо. Эй, отпусти. Я просто смотрела. Ай, вот прилипала. А теперь трум-трик. Да что с ним не так? О, это не проблема. План Б. Ха, получай. Ну же, разбивайся. Вау, то, что надо. А? Ой-ой-ой! Ай, моя голова! Вроде не ушиблась. Так еще и собрала весь жемчуг. Ха, вот так удача, а? Пора домой! Трум-трик! О, круто! Эй, я не с пустыми руками. Примерий. Ничего себе, спасибо! Так не пойдет. Снимай это, я сделаю из тебя настоящую красавицу. А, правда прелесть? Еще бы! Она твоя. Вау, такая милая и как раз под цвет наряда. Еще раз спасибо. Окта, не смотри так. Я тебе это еще припомню. Девчонки, меня уже заждались в госпитале. Бойтесь болезни и болячки. Кайли и Трезубец снова в деле. Трум-трик. Получайте. Эй, док, посмотрите меня. Малыш толкается. А, вы меня слушаете? А? Опять ты. Если ты не русалка, то проваливай. Но, доктор, у меня скоро роды. Не интересует. Уходите. Немедленно. И больше не приходите. Вам ясно? Вам тут не рады. Не задерживайте очередь. Надо же так попасть. Эй, может, я вам помогу, а? Идем со мной. Вредина. Чувствуй себя как дома. Тебе нужно расслабиться. Осталось так мало времени, а я не могу попасть к врачу. Я так переживаю, а мне ведь нельзя. Помоги мне стать русалкой, прошу. О, тише, не нервничай. Конечно, я помогу. Вот все, что тебе понадобится. Ух ты! Ну что, с чего начнем? Предлагаю с прически. Подберем тебе что-то русалочье. Можешь мне довериться? Мы так не договаривались. Остановись.
у тебя такие непослушные волосы. Эй, хватит. О, ну ладно, ладно. Если боишься стрижки, есть план Б. Трум-трик. О, кажется, успокоились. А почему так голова чешется? Это просто невыносимо. Ох, никогда так не зудела. Эй, ты в порядке? Ой, кажется, я натравила на нее клопов. Упсы. О, хватит чесаться. О, держи, это должно помочь. О, спасибо. Нельзя терять ни минуты. За дело. Думаю, этого будет достаточно. О-оу. О-оу. Вау, только взгляни на себя. Да ты принцесса свежести. Отлично. Можем вычеркивать первый пункт. Готово. Мы должны поспешить. О, да, ты права. Девочка, как здорово. Слушай, может, устроим гендер-пати? Отличная идея. Ты первая. А зачем лук? Сейчас узнаешь. Это мой сюрприз. О, супер! Теперь можем развесить украшения. Ты готова? Вышло просто замечательно. Согласна. О, еще кое-что. Пиньяты. Вау, какие красивые. У меня идея. Выбирай оружие. Думаю, мне подойдет. У меня идея получше. Я! О! Можно аккуратнее. Ну, держись. А, получай! Я сделала это! Поздравляю! Теперь нужно все убрать. А, не нервничай, доверь это мне. Вещь. О, поздравляю, хозяйка! Не дождусь, когда стану дядей. О, вау! Ну что же, можно и отдохнуть. Фу, это был трудный день. Какой сладкий сон. О, ух ты! Вкусняшки. Эй, Уэнсдей, остановись! Тебе нельзя есть все подряд. А? Только посмотри. О, монстр! Тише, это же ты! О, не может быть! Это нужно срочно исправить. О, чем больше пудры, тем лучше. Ты делаешь только хуже. Уверена. Давай уберем это. Ну, я так старалась. После моего мейка ты себя не узнаешь. Глаза, губы, пару деталей. Ты будешь выглядеть просто сногсшибательно. Потерпи немного. Можешь открывать глаза. Еще 5 минут. Просто спящая красавица. Эй, проснись, Уэнсдей. Доброе утро. Вау. Что со мной? Это чешуя? Ничего себе, я совсем как русалка. Спасибо, подружка, сработало. Мне нравится. Выглядит идеально. Ты мне льстишь. Можем вычеркивать еще один пункт. Макияж готов. Дальше по списку у нас топ. О, пора просыпаться. Я опять уснула. Мне нужно больше энергии. О-оу. О-оу. Ненавижу розовый. О, кажется, осталась только я. Я думала, ты водонепроницаемая. Это не смешно. Отпусти. Ты тоже получай. Фу. Эй, отдай. Тебе нужна прошивка с чувством юмора. Вау, вы это видели? Этот приз точно достанется мне. Ага, размечталась. Да тут целое состояние. Трум-трик. Ну что, приступим? Согласна. У меня большой. А у вас? У меня среднее. Должно быть IQ. Давайте узнаем. Оу. Это будет проще, чем я предполагала. Готово. О-о-о! А ну, полезай обратно! Ну и гадость! Ого! Серьезно? Ненормальная! А я с тобой мигом разберусь! И нечего на меня так смотреть! И кто еще ненормальная? Ладно, шарик, думаю, этого недостаточно.
Посмотрим, из чего ты сделан. Готово. Глазной коктейль. Эй, мне это не подходит. Вы это видели? А? Не отвлекай меня. Я что-то нашла. Интересно, что внутри? О, ура! Я получила бал. Выкусите. Победа за мной. Вот это крутизна. Пускай зрители решат, у кого лучше. Напишите в комментариях, кто победил в этом конкурсе. Меган, Венсдей или Вампи? Пока ребята решают, можем перейти к следующему раунду. Это же No Hand Challenge. Кому-то из нас не повезло. Мне 50 на 50. А я буду использовать обе руки. Оу, это же как в игре кальмара. Как хорошо, что воду под рукой. Действительно повезло. Попробую достать клыком, лишь бы не сломалась. И как я сделаю это без рук? Оу! У меня появилась идея. Лазерная резка. Готово. Ты последняя. Зато целая. О, мое печенье. Завистница. Раунд за мной. Нужно набрать больше очков. Ух ты! Это что, новый челлендж? Тронтрик. У меня выпало 2. Значит, это 2 толчка насоса. С дороги. Моя очередь. 5. Должно быть, в полете точки раскидала. 1. Только... Держи, Лео. Уже моя очередь. 6. 6, значит 6. Ну вот, я проиграла. Почему так несправедливо? У меня же больше всех. Кажется, уже все готово к следующему раунду. Ну что, поехали. Вау, ну наконец-то. Я о таком и не мечтала. А я сегодня останусь голодной. Хотя это неплохой гарнир. О, он был у тебя в кармане. О-оу, нужно поспешить. Это будет проще простого. Готово. Удачи, девочки. Не могу поверить, что ты съела паука. О нет, времени совсем мало. Я так точно не успею. Есть идея. Тронтрик катушка. Нужно подойти к процессу технически. Ах, как же я наелась. Что? Ее как будто стало только больше. Эй, не так быстро, подруга. Ешь палочками. А почему ты Меган не бьешь? Минутку. Ребята, мне нужна ваша помощь. Поставьте лайк, чтобы я смогла снять этот браслет. Иначе мне никак не победить. Аучи. Ну что, к следующему конкурсу. Самое главное – это не моргнуть. О, это что, чеснок? Уберите его! Ты проиграла. Надеюсь, меня эта участь обойдет. Все-таки я робот. Да-да, мы тоже это учли. Смотри, не намочись. Браво! Вы опять за свое? Мне нужно отлучиться. Кажется, ты шокирована. Теперь ты королева пранков. Не думаю, что ты сможешь меня чем-то напугать. Ей есть страх во плоти. Посмотрим. Моя закуска. Ладно, тогда лови. Ничего лучше не было. Ну все. Тогда получай. Я же не Меган. Но почему она не моргает? Венсдей, что с тобой? Разбудишь к следующему раунду. Интересно, что здесь? Должно быть что-то для конкурса. Сейчас проверим.
Ура! Удача вернулась ко мне. Думаю, девчонкам остались наказания. Сюрприз, зубатая. О, зря я сюда полезла. А? Любопытство тебя доведет. Но что же глупо полагаться на удачу? Лео точно не устоит перед пакетиком первой положительной. А что это так вкусно пахнет? Ладно, наверное, она здесь. Лео! Оу, какой манящий аромат! Давай сюда! Понятно, бал здесь. Привет, сюрприз!